Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Марини Шкоробська. Я рада вас вітати. І сьогодні тема дійсно хвилююча. Кажуть, що серце – це мотор людини, і сьогодні про його здоров'я буде йти мова, тому що якщо ми починаємо хворіти, то вже нічого нам в житті не в радість. І з нами сьогодні на цю тему поговорить наша гість Загородня Алла Борисівна, лікар-кардіолог обласного кардіоцентру. Доброго дня вам. Отже, зараз осінь, період захворювання і хронічних захворювань, і взагалі це чи можемо ми стверджувати, що серце – це той орган, який може раптово в нас захворіти, звісно, якісь раптові хвороби, але все ж таки ви прийшли нам розповісти про профілактику цих хвороб, так? Отже, розпочнемо, напевно, з того, що які найрозповсюдженіші хвороби серця бувають, на що треба звертати увагу? К сожалению, вы правы. Действительно, осень, так же, как и весна, это всегда периоды обострения и хронических заболеваний, и действительно внезапно возможны острые. Самое распространенное заболевание сердца – это ишемическая болезнь сердца, так называемая. Она существует в виде множественных форм. Это и стенокардия, и крайнее проявление – это инфаркт миокарда, а также всевозможные нарушения ритма, сердечная недостаточность. Ну, чтобы этого у нас не было или наступило, ну, как можно позже, да, когда мы хотим, то действительно есть целый ряд мер, предложенных Всемирной организацией здравоохранения, которые, в принципе, не так уже сложно соблюдать. А что это за ишемичная хвороба? В чем она проявляется? Значит, ишемическая болезнь сердца – это недостаточное поступление кислорода к мышце сердца. Вы правильно сказали, сердце – это мотор, а точнее говоря, насос, который беспрерывно качает кровь. В сутки в среднем у человека сокращается сердце примерно 100 тысяч раз. Вот если мы умножим 100 тысяч раз на 365 дней в году, а потом еще на возраст человека, получим цифру с огромным количеством нолей. Да? И вот говорят, что есть определенный резерв. У каждого человека свой. То есть, чем чаще сердце бьется, тем, к сожалению, этот резерв быстрее заканчивается. Поэтому наша задача, как врачей, помочь сердцу. Во-первых, чтобы оно работало достаточно экономно, чтобы как можно дольше хватило резерв. Ну, во-вторых, конечно, максимально предотвратить возможные какие-то осложнения. То есть, ишемическая болезнь сердца, она, как правило, действительно хроническая. И, к сожалению, сейчас возраст наших пациентов очень-очень помолодел. Наверное, имеет значение наша такая социальная общая обстановка, неустроенность, неблагополучие, недостаточные доходы. Кроме этого, наверное, окружающая среда. Это твердження можна навести, що ця хвороба перш за все від нервів, так? Не только. Конечно, нервная система играет очень большое значение, но имеет значение и режим дня, и питание, а также разные токсические влияния, такие как, например, даже курение и никотин. Это очень большое значение имеет. Ну а на втором месте, или да можно сказать рядышком тесно с ишемической болезнью сердца, идет артериальная гипертония, то есть повышение давления. Это тоже сейчас очень помолодевшая патология, которая стала наблюдаться буквально еще даже в детском и подростковом возрасте. И во многом она связана, к сожалению, с гиподинамией, то есть недостаточной подвижностью наших деток, с избыточным питанием, неправильным питанием, когда идет высококалорийная пища, которая сейчас много, да, эти фастфуды. Вот. Длительное сидение за компьютером, поздний, значит, ночной час работа, потом недосыпание. Вот это все такие факторы, которые ведут к развитию, ну, кому, как говорится, как повезет, у кого раньше, у кого позже, артериальной гипертензии, а ишемическая болезнь сердца может к ней присоединиться уже потом в более таком старшем возрасте. Кажуть, бережи здоров'я з молоду, так? Конечно. То на що треба звертати увагу тим, хто вважає, що їм ще далеко до того, що ви говорите? Ну, основные принципы я вам сейчас расскажу. Эти принципы были предложены Всемирной организацией здравоохранения, они очень легко могут соблюдаться у нас. На самом деле все не так сложно. Ну, некоторые говорят, мне проще дать какую-то таблетку выпить, но я думаю, что до того, как принимать таблетку, можно все-таки себе помочь и без таблеток. Значит, на первом месте стоит полное прекращение курения. То есть, если человек курит, имеется в виду никотиновые сигареты, то отказ должен быть полным. И это должно начинаться с семей. То есть, не в школе или где-то там еще должны говорить, а именно в семьях, что здоровый образ жизни абсолютно исключает курение никотином.
Дальше. Физическая активность. Должна быть полноценная физическая активность. Что значит полноценная? Это значит ежедневно, не менее 30 минут ходьбы в обычном темпе. Если человеку нужно немножечко снизить вес, тогда предлагается где-то до 40 минут интенсивных физических занятий 3 раза в неделю. Это могут быть что? Не обязательно бег и не обязательно спортивный зал. Конечно, если есть возможность, можно плавание, но это может быть обычный велосипед. Могут быть такие игры, как волейбол, баскетбол, там, теннис. Такие доступные, может быть, каток. Вот. То есть обязательно должны быть подвижные такие виды физической активности, не силовые, не гантели, а именно движение. Во время движения улучшается микроциркуляция, улучшается доставка кислорода к сердцу, то есть это уже хорошо. Дальше, питание. Обязательно в питание полноценное, здоровое должно входить каждый день минимум 0,5 кг свежих овощей и фруктов. Но здесь уже по сезону. Опять же, это не обязательно могут быть какие-то тропические фрукты. Вполне подходят наши, кроме картофеля. Значит, буряк, морковь. Чому так ображаєте? Потому что картофель – это в основном углеводы, крахмал. Тобто те, что треба выключить? Ну, скажем так, ограничить. Как вы понимаете, это же зависит от индивидуального веса пациента, поэтому я сейчас до этого пункта тоже дойду. Картофель – это крахмал, который при избыточном потреблении превращается, к сожалению, в жир. А жир, откладываясь в сосудах, ну так грубо говоря, холестерин он называется, да, способствует утолщению стеночки сосуда, в дальнейшем формированию атеросклероза и, как следствие, недостаточного поступления крови. Поэтому обязательно 500 грамм овощей и фруктов, это же могут быть абсолютно местные, там яблоки, капуста, все что угодно. Картофель сюда не входит, это не значит, что его надо есть вообще, но просто он именно в эти 500 грамм не входит. А так это именно должны быть свежие овощи, фрукты. Можно, опять же, не обязательно свежие, вареные, запеченные, но они должны присутствовать обязательно. Плюс обязательно белок, то есть нежирные сорта мяса, рыбы, яичный белок, молочный белок, все это тоже должно присутствовать, но с некоторым ограничением жиров. Значит, следующий пункт очень важный – это индекс массы тела пациента. Очень легко может рассчитать себе каждый. Значит, нужно рост в метрах возвести в квадрат и разделить вес в килограммах на то, что вы получили. Значит, норма должна быть ниже 25. Если от 25 до 29, это уже называется избыточный вес. Все, что больше 30, это уже идет ожирение. Так вот, когда индекс массы тела больше 25, это уже считается повышенный риск развития и ишемической болезни сердца, и артериальной гипертонии. Ну, кстати говоря, не только это касается не только сердечно-сосудистых заболеваний, это и сахарный диабет, это всевозможные цереброваскулярные заболевания, такие как там энцефалопатии всевозможные, опять же инсульт, механизм инсульта тоже ишемия, только это в головном мозгу. Поэтому обязательно следить за своим индексом массы тела. Можно еще проще. Значит, сейчас мы руководствуемся таким показателем, как объем талии. Очень просто, да, просто сантиметров взял себе и померил. Так вот, в норме у мужчин объем талии не должен превышать 94 сантиметра, у женщин 80 сантиметров. Если больше, это диагностируется как абдоминальное ожирение, что само по себе является фактором риска развития ишемической болезни сердца, ну и, в принципе, сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И если у пациента или просто у человека такое уже имеется, то здесь ему надо и физические нагрузки немножко более интенсифицировать, и, конечно, пересмотреть свое питание, радикально убрать все то, что может откладываться. Ну, я думаю, что мы зараз дуже мало людей знайдемо таких, в яких ці індекси не завищені. Ви знаєте, але да. Все ж таки, що ще треба додати у свої, ну, свій раціон або спосіб життя, щоб попередити сердечні хвороби? Кстати, эти цифры, это их занизили буквально последние несколько лет. Раньше они были чуть повышены. Для мужчин давали, это для европеоидной расы, я говорю, для негроидной там немножко выше показать. Значит, давали 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметра у женщин. Видите, сейчас насколько снизили. В рацион... Это для того, чтобы меньше ели. Да, экономят на нас. Значит, в рацион желательно добавить так называемые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые у нас на Украине, к сожалению, в продуктах практически не представлены. Это, как правило, жир морских рыб, причем свежих рыб, не мороженое. То есть так как мы красную рыбу, ту, в которой он больше всего содержится, имеем в магазинах только в виде замороженном, то да, она нам не поможет. Она уже в этом плане не поможет. Мы ее кушать можем, но она уже не будет источником вот этих омега-3 ненасыщенных. А где же брать жерло? Это
Все продается в аптеке, совершенно доступно. И это, кстати, единственная, можно так сказать, биологическая добавка, которая утверждена в наших протоколах по лечению инфаркта миокарда и даже предупреждению жизненно опасных аритмий. То есть в аптеке они так и называются. Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Доза для профилактики 1 грамм в сутки. Ну, советую все-таки сразу не бежать, быстренько покупать, а проконсультироваться с врачом. Возможно, есть какая-то непереносимость аллергическая. Дальше некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта могут быть противопоказанием, например, желчекаменная болезнь, тогда надо осторожно. Но это не панацея, это просто профилактика. Это действительно способствует и выравниванию немножко липидного обмена, и даже некоторой степени гормональной, то есть особенно вот женщина в определенном возрасте, ну и мужчинам, кстати, тоже хорошо, когда начинаются гормональные перестройки. То есть особых противопоказаний там нет. В аптеках есть всевозможные, есть украинские производители, есть немецкие, есть разная цена, не заоблачная. То есть для профилактики это можно применять, но все-таки советую после консультации с врачом. Нет, какие такие первые дзвіночки, что с сердцем что-то не так? Ну, живе собі людина, деякий час там тому спостерігалася, там навіть кардіограму робила, все нормально, все добре. Що може стати такими першими сигналами, що серце почало, як то кажуть, барахлити? Як ні странно, першими сигналами можуть бути симптоми совершенно не зі сторони серця. Почему это вводит в заблуждение людей? Потому что зачастую люди говорят, да у меня сердце никогда не болит. Но, как оказывается, у них уже длительно печет за грудиной. То есть это может быть такое проявление, похожее на изжогу. За грудиной, вот посерединке здесь. Ага, в середине груди, да, может быть, чуть выше, чуть ниже, но, в принципе, вот здесь, посреди груди. Но все же знают, что сердце у нас слева. Ага. Поэтому ждут, что что-то должно быть слева. А очень часто это не слева. Более того, это может быть не только за грудиной. Это может неметь левая рука, область левой лопатки, нижняя челюсть с левой стороны, иногда даже левая половина туловища. И, как правило, эти симптомы возникают при какой-то нагрузке. Самый такой классический пример стенокардии – это когда пациент идет, проходит какое-то определенное расстояние, и у него появляются вот эти симптомы. О чем они свидетельствуют? О том, что недостаточно поступает кислорода к сердцу. Что делает пациент? Он приостанавливается, все проходит, восстанавливается кровоток, он идет дальше. Вот это типичная стенокардия. Всевозможные колющие боли, когда там оно колет, то есть, то нет, не связанная с нагрузкой, это, как правило, к сердцу не относится. Это больше мы говорим кардиалгии, то есть симптомы, связанные с немножко повышенной такой нервной системой, активностью. Поэтому в любом случае до обследования, конечно, нужно будет, но самый такой классический пример стенокардии – это именно пекущие боли за грудиной, которые возникают при каких-то нагрузках, иногда после еды, иногда после психоэмоционального стресса, скажем, какой-то неприятный разговор по телефону. Но, как правило, они быстро проходят при прекращении воздействия фактора. Если они не проходят, мы тогда обучаем пациента, что какие существуют лекарства для того, чтобы снять эти симптомы. Но в любом случае, конечно, мы предлагаем обследование. И, к сожалению, такие симптомы появляются сейчас у молодых людей достаточно рано. То есть, если раньше мы говорили, ишемическая болезнь сердца – это старше 45-50 лет, то сейчас мы говорим старше 30. К сожалению, так. Что еще относится до таких симптомов? Иногда могут быть симптомы, связанные с нарушениями ритма, которые, опять же, человек не чувствует со стороны сердца. Это могут быть, например, головокружение, когда сердце бьется очень часто или бьется неритмично. Недостаточно поступает кровь к головному мозгу, возникает тогда симптом, который он с сердцем может не связать. Дальше. При физических нагрузках не всегда появляется боль. Это может быть одышка, просто недостаточно, как будто хочется глубже вдохнуть, недостаточно кислороду. Или может быть какая-то слабость, повышенная утомляемость. То есть человек что замечает? Что он стал выполнять обычные нагрузки для него не так, как раньше. Тяжелее стал выполнять. Ну, например, вот работал он на даче, а сейчас он замечает, что он раньше какую-то работу, там, предположим, скапывал участок за час, а сейчас он за 15 минут не может его скопать. Вот на это можно обратить внимание, что привычная работа стала дольше. Дольше часу займати. Да, и хуже переноситься. Навіть прибирання. Конечно, уборка домашняя, да, приготовление пищи. То есть вот такие могут быть симптомы. Это, я же говорю, не обязательно, что это будет именно непосредственно со стороны сердца. Это могут быть такие общие симптомы, которые, ну, просто должны
можно заставить человека обратиться к доктору, сделать кардиограмму, может быть, тогда какое-то обследование. Хотя бы для начала к семейному врачу, чтобы направить в нужное русло. Пациенты, у которых есть, например, много лет диагностирован сахарный диабет или хронические заболевания почек, они особенно должны к этому относиться серьезно, потому что они в группе риска номер один по развитию ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии. То есть даже при отсутствии симптомов они должны минимум раз в полгода, максимум в год, сдавать анализы на холестерин, на показатели работы печени, почек, естественно, делать кардиограмму, а там дальше уже доктор определит, надо им какое-то обследование или нет. Що робити дітям, так? Щоб попередити дитину, як навчити її жити, крім того, що вже сказано, щоб також в майбутньому не спровокувати ранній розвиток цих хвороб. Звісно, це дуже важливо. Я одразу хочу сказати, що у дітей буває ще така ситуація, як врождені пороки, ми знаємо. Це, звісно, не ішемічна болезнь серця. Зараз, слава Богу, у нас є в наличі на Україні дуже хороша апаратура, яка дозволяє на рівні обласних центрів діагностувати порок вовремя. І якщо є необхідність, оперувати даже вот буквально в первые дни жизни. То есть, если это врожденный порок, то это, конечно, ситуация одна. Там введение пациента ведет другое. Если это просто профилактика, что, конечно, мы не хотим, чтобы наши дети этим заболели, или хотя бы, чтобы это произошло очень-очень нескоро, тогда это самое главное, это действительно, это правильное питание. Это обязательно физическая активность, подвижность. То есть, это хорошо, конечно, что в наш век сейчас у нас компьютеризация, планшеты, телефоны и все. И в то же время надо обязательно прогулки на свежем воздухе. Для детей это может быть больше, и час, и два в день, при любой погоде. Активные игры, посещение каких-то мероприятий, выходы даже просто куда-то в музей, в парк, погулять с собачкой, с животным. Обязательно должна быть подвижность. И что касается питания, конечно, все готовые продукты, которые сейчас в супермаркете, они содержат очень много разных добавок. Усилители вкуса, консерванты и так далее, и так далее. Даже наш самый обычный хлеб, который был, он тоже там, если почитать этикетку, почти уже химический завод. Поэтому, если есть такая возможность, максимально готовить самому. Понятно, что в наш век тоже мы все заняты на работе, не всегда это получается, и тем не менее, по возможности стараться где-то больше самостоятельно какие-то продукты питания. Какие значения имеет полноценный сон в профилактике сердечных заболеваний как у детей, так и дорослых? Очень большое. Что вкладывается медиками в понятие это полноценный сон? Сейчас как раз сну уделяют очень большое внимание. У нас в нашем институте кардиологии в Киеве есть даже такая лаборатория сна, где человек спит в специальной аппаратуре для того, чтобы определить, какие нарушения. Потому что, к сожалению, вот такие сердечно-сосудистые уже катастрофы часто случаются ночью, рано утром. Значит, сон полноценный. Если мы берем взрослого человека, это не менее 7, а то даже и 8 часов. И рекомендуют ложиться спать где-то период с 10 до 11 вечера. В это время, считается, вырабатываются те гормоны, которые ответственны за сон. Если мы этот период пересидели, то есть легли позже, гормон он как бы выработался, но так как не использовался, он не утилизировался, частично остался. И поэтому у человека наступает такое перевозбуждение центральной нервной системы. Потом утром он, естественно, не выспался, чувствует себя вялый, разбитый. И если у него нет днем поспать возможности, это касается и детей, детей таких, подростков, старше 12 лет, то, конечно, уже и работоспособность будет ниже, и человек будет от этого страдать, потому что, опять же, он не может выполнить ту работу, которую должен был. Поэтому полноценный сон очень важен. Именно вот период тот, который рекомендуется, с 22 до 6 утра. Там плюс-минус полчаса, но оптимально вот такой вот вариант. Если не получается, конечно, можно доспать днем. Это, как мы понимаем, далеко не у всех получается. Это сон, да, это будет не такой физиологичный, потому что днем у нас, наоборот, вырабатываются гормоны, которые должны физически нам помогать быть активными. А раз мы спим, значит, мы их тоже как бы тормозим, и получается... Радость внутренний, и рост, как то кажется. Внутренний так? диссонанс получается. То есть вместо того, чтобы активничать, человек спит. И в конечном счете это накапливается, а потом выходит, вот как правило, это страдает сердечно-сосудистая система. А чи ясное понятие... хронічна втома, яка впливає на
на ці захворювання. Да, так і є. У нас даже є такий діагноз – синдром хронічної усталості. Правда, до кінця непонятно, якої спеціальності врач його должен ставити. Ага. Не завжди кардіолог. Це може бути невропатолог. Ну, в принципі, терапевт зараз у нас йде як сімейний врач. Но таке поняття є, воно в себе включає дуже багато з того, що я перечислила. І повишену утомляємость, і слабость, і вот этот дисбаланс, когда сонливость днем, а ночью как будто бы нету сна. И такие даже симптомы, как снижение внимания, снижение концентрации внимания, ухудшение запоминания. Все это называется, у нас есть такой термин, когнитивные функции. То есть все это потихонечку снижается, снижается иммунитет, повышается, к сожалению, восприимчивость к инфекционным заболеваниям, что, в общем-то, тоже нехорошо, конечно. Від профілактики я пропоную трішечки перейти вже до самих хвороб. Ну як, ми не будемо зараз описувати їх чи ще щось, а те, що потрібно, можливо, почути деяким нашим глядачам, що робити людині, якщо вона відчула, особливо вперше, там, наприклад, цей серцевий приступ, так, як вони кажуть, що відбувається в цей момент, і чи можливо це відчути людині, в якої це відбувається, і що робити оточуючим людям, якщо вони побачили, що людині погано? Ну, скажем так, если пациент длительно болеет, и он знает уже свой диагноз, мы настоятельно рекомендуем им с собой носить средства первой помощи. Это может быть или нитроглицерин, он сейчас существует в форме таблеточек или в форме спреев. Названий торговых тоже много разных, но суть одна – это действующее вещество нитропрепарат, который расширяет сосуды сердца, действует очень быстро. То есть, если окружающие увидели, что человек вдруг упал, побледнел, покрылся потом, значит, что? Ему, конечно, нужно обеспечить доступ воздуха, то есть, если он уже упал, просто не толпиться над ним, не наклоняться, расстегнуть воротник, может быть, смочить, если есть холодной водой виски, посмотреть в карманах, нет ли этих таблеточек. Если есть, то надо положить под язык, не в рот, чтобы он не захлебнулся, не подавился, а именно под язык. Или спрей, то же самое, брызнуть под язык. Из-под языка очень быстро происходит всасывание, поэтому действует препарат моментально. Ну, естественно, параллельно нужно вызывать скорую помощь обязательно, потому что он мог упасть по любой причине. Это же не только сердечное, это может быть, например, инсульт. Если у пациента, ну, у человека нету таких таблеточек, то специально бежать в аптеку тоже ничего не надо покупать. Нужно просто сразу вызывать скорую помощь 103, а до этого человеку обеспечить доступ воздуха, вот то, что я говорю, можно немножко смочить водой, можно приподнять немножко ноги, что-то подложить. Тогда, если, допустим, это связано с пониженным давлением, градусов на 30, да, тогда улучшается приток крови к головному мозгу и к сердцу. Вот. Хотя бы на время, потому что какая причина? Это мог быть просто коллапс при нормальном сердце. Например, если человек длительно находился в душном помещении, в жарком, кровь тогда немножко депонируется внизу. А может быть и сердечно-сосудистая катастрофа, но мы же это не узнаем, пока не посмотрит специалист. Поэтому самое такое, что первое – уложить, обеспечить доступ воздуха, смочить водой, приподнять ноги, посмотреть в карманах, нет ли лекарств. Возможно, есть какие-то выписки. Но скорую помощь надо вызывать сразу же немедленно. Любому пациенту, у которого появляются такие симптомы, настоятельно не советую идти сразу в аптеку и говорить: «Дайте мне что-нибудь от сердца». Потому что это неправильно. Ну что дадут в аптеке? Дадут карвалмент. По сути дела, это как мятные конфеты. Помогут они, не помогут, никто не знает. В любом случае, человек, во-первых, потеряет деньги напрасно, а во-вторых, потеряет время, потому что он начнет пользоваться этим карвалментом и какое-то время еще в больницу не пойдет. Чем раньше вы обращаетесь в больницу, тем лучше. Сейчас, конечно, очень много негатива, к сожалению, льется из экранов, из эфира на нашу медицину, но, тем не менее, я хочу сразу сказать, это не реклама. Я не знаю ни одного такого врача, который бы хотел сделать плохо пациенту. Поэтому надо обращаться, надо слушаться, прислушиваться, надо выполнять рекомендации, и тогда вы застрахованы от того, что что-то такое серьезное случится. Просто не затягивать, потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что люди приходят, они уже что-то пили, а что пили? То, что посоветовала соседка, родственница, знакомая. Або ось зараз нас почують деякі глядачі, і також підуть і куплять те, що вони почули, ну так? Ну вот, конечно. Поэтому это ни в коем случае нельзя делать. Во всем мире, в общем-то, это делается правильно. 90% лекарств в аптеках отпускаются по рецептам. И только 10% таких, как, ну, жаропонижающие, например, там, простые обезболивающие, то, что может пациент купить. У нас, к сожалению, это доступно. И когда слышишь в аптеке, что мне что-то там от головы, от сердца, от живота или там еще от чего-то, это просто, ну, страшно делается. Ну, что жалко человека. Он думает, что он, да, пойду в поликлинику, там высижу в очереди, сейчас меня направят туда-туда, ну согласна. Ну а это разве не потеря времени, если он покупает то, что ему, возможно, не надо? И мало того, еще может и вред принести. Поэтому
Я думаю, що так все-таки не можна робити. Я думаю, що наші глядачі вас почули і не вийдуть одразу, не підуть до аптеки для того, щоб купувати, бо в них щось там запекло, заболіло, а все ж таки звернуться до фахівців і будуть контролювати стан свого серця, тому що це той насос, так, який перекачує кров і за допомогою якої ми живемо, рухаємося повноцінно. Отже, ми сьогодні з вами говорили про те, як зберегти своє серце подовше здоровим. Сподіваюся, що наші поради вам стануться у пригоді в плані профілактики, в плані захворювання. Сподіваюся, що ви не скористаєтесь нам нашими порадами, бо не буде потреб. Сьогодні з нами була наша гостя, це Загородня Алла Борисівна, лікар-кардіолог обласного кардіоцентру. Я вам ще раз дякую, бажаю вам, спасибо. Як всім лікарям, які приходять до цієї студії, бажаю поменше пацієнтів, щоб поменше було хворих пацієнтів. Спасибо. Хай у вас краще буде поменше роботи, побільше вільного часу. І тільки щоб ви свої знання витрачали на профілактику. Ну, а нашим глядачам бажаю міцного здоров'я, серця. Від серця бажаю для того, щоб ви не хворіли. Бережіть себе до нових зустрічей.